2019 год. Железнодорожный путь Душанбе, Москва. Уже третий день, как съемочная группа в пути. Но никто не скучает. В свободное от съемок время все веселятся, поют песни, играют на дойре вместе с удивительным спутником Абдуджамолом Касымовым. Время 4:35. Все еще едем на поезде. Мы с Гуландом придумали одну игру. А вот таким образом прикрепляем бумажки на свои лбы, где написаны имена, и мы должны угадать их. Теперь начали игру. Они могут прочитать, у кого что на лбу. Но смогут ли они прочитать то, что предначертано на лбу в следующий месяц? Я не знаю. А я знаю. Нет, я не понял. Ничего страшного. Еще предстоит много случаев, чтобы понять. Тем временем, Караматало Курбонов готовится к своей роли, представляя все трудности, которые ждут впереди. Думаю только об эмигрантах. О том, как они живут. Что их ждет. Особенно тех, которые впервые едут туда. Что они там будут делать? Кто их встретит? Эти мысли не дают мне покоя. Сейчас я не считаю себя работником киностудии, а настоящим эмигрантом. Если ты не пьешь, это твоя проблема. Какое мне дело до твоей пробки? Моя смена закончилась, брат. Уже 10 часов, как мы снимаем восьмую сцену. А ну прекратить бесчестно! Таким образом, 14 октября 2019 года съемочная группа проекта «Один на миллион» прибыла в Москву. По плану, история 90-х годов должна была сниматься в разных городах России. Следовательно, для режиссера фильма нужны были такие локации, которые бы соответствовали тому времени. В итоге для съемок выбрали бывший горно-металлургический институт, который находился в городе Люберцы в Московской области, и город Тулу. Они больше передавали атмосферу того времени. Итак, 15 октября 2019 года на улицах и в подземных переходах города Тулы начались съемки больших сцен. Однако, следуя истории, они должны были проводиться в самой Москве. Но из-за того, что города были похожи, зрители особой разницы не заметили. Съемки в Туле были только для разогрева. Съемочная команда поняла это после того, как хорошо познакомилась с условиями российских кинематографистов. Выбор локации, аренда, покупка подходящих к тому времени костюмов, приглашение передовых российских актеров на съемки, грим, реквизит, приглашение других специалистов кинематографии, массовые сцены. Все это и другое было тяжело выполнить малоопытной команде «Сук Синамо». Если у нас съемочный день срывается, кто будет отвечать? В Москве никто с тобой не будет делиться. Ты даже свой движок должен притащить. Нельзя же оставлять актеров на улице. Тебе нужен костюм-ваген, грин-ваген. Даже туалет с собой таскать нужно. То есть Москва имеет свои требования для съемок. Большинство сцен должны были сниматься в нескольких километрах от Москвы. Поэтому команде нужно было брать с собой все необходимое, учитывая дальнюю дорогу. И вот 17 октября 2019 года была выбрана для съемок гостиница «Грин», которая находилась в городе Подольск.
Ответственный за организаторскую часть арендовал гостиницу на один день и привлек актеров массовых сцен для сцены. А актеры эпизодических ролей были рады предоставлению такой возможности. Это очень классно. Это очень интересно. Новый опыт, общение с новыми людьми, знакомства новые. Это прям очень круто. Это если вас пригласят в Таджикистан, вы поедете? Да, конечно. Наверное. Съемки в Москве были очень сложными для организаторов проекта. Они работали без отдыха, так как каждая секунда дорого стоила. Были даже такие моменты, когда группа ела стоя. Но это не остановило их. Доказательством тому была съемка одной из самых больших сцен. Точнее, на складе компании «Fruit City» в городе Москва. Арендовать такое место для съемок – дело нелегкое. Да и плата за нее не маленькая. Поэтому нужно было управиться за 2 дня. История жизни Саидмурода Давлатова, как и его соотечественников, была полна тяжелых испытаний. Он тоже начинал как грузчик. Для Караматулло Курбонова, исполнителя роли молодого Саидмурода Давлатова, сложно было сыграть перед камерой и без дублера, чтобы вышло реалистично. Однако присутствие других мигрантов на съемочной площадке подготовило его к роли. Есть такое высказывание: «Среда сильнее силы воли». То есть окружающая среда влияет на тебя положительным образом. Когда я был среди них, это влияло на меня, что очень помогло вжиться в роль. Один рассказывал о своем счастье, другой о своем невезении, третий о своих страданиях из-за документации. У каждого была своя история. Кто-то был рад, что хорошо устроился, другой прямо лил слезы из-за того, что они вдали от родины, своих матерей и отцов. Кинопром Москвы подготовил поле для съемок необходимым оборудованием, светом, костюмами, гримерной и другим, строго по договору. Следуя рабочему графику склада «Fruit City», режиссеру нужно было отснять все за 2 дня. Поэтому ребятам пришлось работать с утра до вечера, без перерыва. Ребята быстро адаптируются и быстро вникают. То есть первые дни съемки проходили достаточно, можно сказать, сложно, но сейчас уже как бы ребята адаптировались и ведут себя уже более свободно, раскрепощенно начали работать. В частности, и режиссер начал больше понимать, то есть как бы видеть, где нужно добавить сил, где нужно убавить энергии. То есть как бы это очень важно, конечно. Ну, это адаптация, она так или иначе свое дело делает. Почти во все сцены к актерскому составу фильма были привлечены известные российские звезды. К примеру, для роли управляющего рынком и заведующего складом были приглашены Александр Елизаров и Виталий Лясников, что было для них первым опытом сотрудничества с киногруппой Таджикистана. Ну, сняли сейчас эпизод, сняли, видите, в таких условиях, где вот люди еще работают, это сложно все снимать. То есть быстро, динамично, мобильно все сняли, мне все понравилось. Со мной поработал очень сильно, очень плотно девушка ваша, которая делает визаж, тут макияж, то есть даже мне... Грим, да? Ну, да, грим, бороду мне подстригла, то есть художник по костюму, все работают, все в деле, все спрашивают, что, как, что необходимо, то есть, ну, удивительно, в общем-то, я доволен всем. 44-4-1-34. Начали! Нур! Ты говорил, тебе грузчик нужен. Ну да. Так забирай. Спасибо. Где работа? Тут 10 кило помидор. Давай денег. А картошки потом вот сюда. Ты понял? Давай. Вот у меня небольшая роль. Но в целом, мне кажется, это очень профессионально. На высоком уровне все вот
по своему опыту могу сказать, что я думаю, все получится. В этом проекте Шухрадшу Рахматуллаев работал в качестве ассистента режиссера по актерской части. Но его также можно заметить и в нескольких эпизодах фильма. Он играет роль человека, который помог Саидмуроду Давлатову устроиться на работу. Завтра в 7 будет здесь. Без опоздания. Я благодарен судьбе, что я попал на этот проект и надеюсь, что этот фильм даст резонанс. И очень надеюсь, что этот фильм посмотрят многие наши зрители, и не только в Таджикистане, но и в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, в России, естественно. Костюмера Нигину Раджабову также можно увидеть в эпизодах, как женщину-эмигранта Мунавар. Не только в этой сцене, но и во всем фильме режиссер уделял внимание каждой детали. Реквизиторский отдел старался расставить все вещи так, чтобы зритель окунулся в атмосферу того времени. Так национальное блюдо шурбо, которое варили для фильма, после съемок становилось едой для команды. Наравне с этим Нигина Раджабова ответственно относилась к своей работе, несмотря на то, что очень уставала. Она хоть и пыталась скрыть это, в объективе все же можно было это заметить. Режиссер фильма Мухиддин Музафар был приятно удивлен тем, что вклад костюмера в этом проекте очень велик. Он видит, как Нигина Раджабова прилагает усилия ради фильма. Обеспечить актеров костюмами четырех времен было очень сложно. Больше всех было сложно Нигине, так как не было ни одного помощника. Это из-за нашей неопытности. Опять речь идет об опыте. Во время съемок массовых сцен могут возникнуть разные ситуации, поэтому у художника по костюмам должно было быть два помощника. У Нигины даже спать времени не было, потому что одежду актеров нужно было после съемок сразу постирать, потом погладить. Вот так она до утра и работала, чтобы актеры не остались без одежды. Ряд сцен, которые были сняты на складе Fruit City, снимались 19-20 октября 2019 года. На второй день были сцены с побегом иммигрантов от полиции, среди которых был и наш главный герой. Именно эта сцена дала понять Караматулло Курбонову, как сложно быть актером, потому что он получил серьезную травму. В тот момент, когда я прыгнул через железный забор, моя нога там застряла, и я получил травму. После того, как я слез с забора, я должен был побежать и прыгнуть на стену, и там полиция ловит меня и сбрасывает на землю. И в кадре даже виден тот момент, когда меня сбрасывают на землю, я сильно ударился головой. А после того, как моя нога начала кровоточить, режиссер, увидев это, сразу поменял идею и снял еще один кадр. Роль полицейских исполнили двое российских актеров театра и кино Игорь Сотников и Максим Калидов. Из-за того, что Максим Калидов не любил роль полицейского, его было очень сложно уговорить.
Впечатление получил незабываемое от съемок в фильме. Мне очень нравится, понравилась команда, с которой работали. Плюс я недавно прочитал книгу того, про кого мы снимаем. Давлатов, Сайдмурод. Мне очень понравилась тоже книга. И как раз меня еще позвали сниматься в этом фильме. Я не смог отказаться. Для того, чтобы сцена преследования полиции выглядела более реалистичной, постановщики использовали автомобиль марки «Вилус», а также декорировали его для этого. Стой! По сценарию, после задержания главного героя, его отвозят в полицейский участок. Но на самом деле эту сцену снимали не в России, а в Таджикистане. Точнее, в городе Бустон, Сагдийской области. Кабинет полиции был оформлен декорациями, которые соответствовали тому времени. В ходе просмотра фильма мы не имеем представления, что эта часть истории снималась целый месяц. Также наши актеры сыграли свои роли так профессионально, что никто не сомневался в этом. Для этих ролей были отобраны актеры из Русского драматического театра имени Владимира Маяковского, Вадим Чумаченко и Олег Ротиани. В отличие от Вадима Чумаченко, Олег Ротиани ни разу не снимался в кино. То есть это его первый опыт на съемочной площадке. Давайте. Иди сюда. Мне сюда. Хорошо, что предоставилась такая возможность. Думаю, что каждый бы не упустил такую возможность попробовать себя в фильме. Ну, мне все нравится. Не ожидал столько эмоций, столько впечатлений. Надеюсь, буду стараться, чтобы у меня все получилось. Для Краматула Курбонова это были первые шаги навстречу испытаниям. Даже при том, что это только начало, ему было очень трудно сниматься. Просто не надо ставить, да? Потому что эта сцена воздействовала на меня как физически, так и морально. Но это далось не тяжело, так как я новичок. Вернемся к России. Таким образом, съемки на складе Fruit City продолжались с утра до вечера. А вся группа, после того, как освободилась, в течение двух дней изучала дальнейшие планы. Следующим местом для съемок был Преображенский рынок в городе Москва. Этот рынок был построен в 1932 году и считался одним из исторических рынков Москвы. Главный герой фильма Сайдмурод Давлатов здесь в 1996 году начал заниматься мелкой торговлей. И благодаря своей честности и трудолюбию его повысили до должности администратора. Дни съемок этих сцен выпали на 22 и 23 октября 2019 года. 22 октября съемочная группа России и команда «Сук-Синамо» приступили к делу. Участники массовых сцен тоже были готовы. Спустя время они начали снимать сцену, где главный герой продавал зелень. В этой части фильма в жизни главных действующих лиц появляются новые актеры. Среди них один из известных людей русского кинематографа Сургулат Загуччи. В этом проекте он играет роль продавца, который заложил фундамент для развития деятельности главного героя. Вся бригада у вас молодцы, дружно, спокойно, без нервотрепки, пожалуйста, без всяких вот этих вот там звездных переживаний и болезней. В общем, дай бог вашему фильму больших экранов. Режиссер у вас очень толковый, молодец, у него очень четкое понимание того, что он делает. И, видимо, последующие фильмы, и наверняка те, которые он уже снимал, достойны большого внимания, и то, что будет впереди у него очень большое будущее. И дай бог ему хороших-хороших сценариев, фильмов и актеров. Мухиддин
Это тот человек, который соответствует задумке фильма. То есть у него есть мечта, цель, одарен Богом, но не сумевший предоставить себя. Он явно из таких. Поэтому этот фильм не только о моей судьбе, но и о судьбе миллионов людей. Неважно, кто это, таджик, узбек, казах или молдаванин. Согласно истории, учитывая труд Саидмурода Давлатова, руководство Преображенского рынка предложило ему должность администратора. Другими словами, появление управляющего рынком открывает новую страницу в жизни главного героя. На эту роль был приглашен известный российский актер Александр Песков, присутствие которого добавило фильму красоты. Шашлык, говорю, любишь? Давай зайдем, шашлыка поедим. Напомним, что за свою карьеру Песков создал различные роли более чем в 100 фильмах. А роль в проекте «Один на миллион» стала его первой совместной работой с таджикскими кинематографистами. Сотрудничество с их участием станет важным этапом в истории главного героя. Он наставник, наверное, для многих-многих людей, которые в своей жизни могут брать с него пример. Ну, а я играю одного из персонажей, который попадается на его жизненном пути. Начальник рынка московского, который его приветил, в какой-то степени доверил ему определенные рычаги управления этим рынком. Надеюсь, ты все-таки сможешь организовать работу на рынке. Главное, что ты умеешь работать с людьми. Главное, чтобы ты наладил общение с людьми, чтобы все получали знак. Новое кино, как я с миллион, хаминаски. Название фильма «Один на миллион» означает, что если есть шанс «Один на миллион», надо его использовать. Нет, я не говорю, что из 100 один, а из миллиона один. Вы должны быть в состоянии использовать тот же самый момент, несмотря на то, что у вас нет 999 тысяч шансов, но у вас есть один шанс. Работа над фильмом «Один на миллион» была настолько серьезной, что даже участники массовых сцен отбирались тщательно. Это не первый эпизод съемок покупателей и продавцов рынка, который мы видим по ходу фильма, но это первая совместная работа с нашей группой. Вы нам очень понравились, очень-очень. И мы вам благодарны за то, что вы позвали нас к себе. Нам очень приятно. Спасибо вам большое. Нам очень понравилась съемочная группа. Вы замечательные. Мы еще хотим сниматься, так что приглашайте. От вашей съемочной группы очень хороший позитив получили, очень приятные люди, очень доброжелательные люди. Желаю вам всего хорошего, чтобы у вас дальше было очень много фильмов, в которых мы тоже бы поучаствовали. И всего вам хорошего. Приезжайте в Москву, снимайте побольше, давайте работу москвичам. Мы будем только рады, только на позитиве. Чем больше проектов, тем лучше киношному люду. Итак, на следующий день съемки закончились с приятными впечатлениями и воспоминаниями. Но утром 23 октября не все проснулись в хорошем настроении. Да какое мне дело до твоей пробки? Моя смена закончилась, брат. Да кто работает 40 часов? Мы что, для тебя роботы, что ли? Такой протест оператора фильма Навруза Саидова связан с тем, что они отправились в путь с раннего утра. Я все еще спать хочу. Ну, работа такая. Рано встаешь, поздно ложишься, работаешь. Если бы мы вышли на полчаса позже, то застряли бы в пробке на 3 часа. Если бы так случилось, то мы бы потеряли день. В 11 часов ночи вернулись, а в 5 утра уже вышли в путь. Мы должны успеть снять, пока солнце не встало. И актеры страдают, и группа. Для того, чтобы фильм получился, группа без перерыва усердно трудилась.
работала без отдыха. Ребята приступили к работе, даже не позавтракав. Всего одной буханки хлеба было достаточно, чтобы насытиться. Большинство сцен фильма были сняты до прихода продавцов и покупателей. Вчерашних людей нельзя было использовать в массовых сценах. Даже два человека на расстоянии не носили одинаковую одежду. То есть учитывалась каждая деталь. Через некоторое время продавцы принялись за работу, и съемки продолжились до вечера. В этой части фильма был задействован узбекский актер Анзор Камаридинов. Я играю экспедитором водителем. Ну, роль такая, можно сказать, не хитрая, просто человек хочет, как бы, наверное, нажиться на неответственных товарах. И я желаю им дальнейшего процветания, чтобы у них все было хорошо и прекрасно. Во-первых, основателем этого проекта здоровье, счастье, долголетие, как говорится, всех благ на этом свете. Ничего так не радует, как голоса съемочной группы, которая работает без перерыва с утра и до вечера. Смена закончена! Но этот конец стал началом другого бурного дня, а затем несколько выходных. Октября 2019 года команда «Субсинамо» вместе со своими российскими партнерами выехали на одну из съемочных площадок в Ростовской области России. Акведук – это уникальный памятник великого русского народа, сооружение которого относится к 17 и 18 векам. Это место находится примерно в 10 километрах от центра Москвы. Вот несколько сцен, в которых главный герой погружается в свое воображение и решает начать новую жизнь. Постановщики использовали всевозможные средства, чтобы сделать сцены более интересными. Съемки здесь длились недолго. Так, во второй половине дня рабочая группа вернулась в центр Москвы для съемок других фрагментов фильма. Были съемки сцен в художественном музее и у Крымского моста. Но основная работа кипела ночью. Посреди ночи в центре Москвы творческая группа снимала сцену с такси на автомобиле «Волга». Роль водителя исполнил актер театра и кино города Красноярска Российской Федерации Аким Беслимов. Это очень интересно. И впервые работаю на международном проекте. И дали возможность попробовать прокатиться на «Волге». Я этого никогда не делал. И видите, ради проекта оставил усы. Я их не ношу. Ну вот, как-то так. Проекту желаю удачи, и пусть все получится. На данный момент мы отправили две машины на съемочную площадку. Идет автоматическая запись без присутствия кинооператора. Мы запустили камеры и запустили звукозапись, и пусть все пройдет хорошо. Наш артист не умеет так хорошо водить, но мы не разочарованы. Через два дня создателей фильма ожидала самая большая и самая дорогая съемочная площадка – Казанский вокзал. Съемки сцен 1996 года доставили кинематографистам на такой большой территории кучу проблем.
пока ни одна часть фильма не собирала такого количества участников. Кроме того, обеспечение одеждой каждого из них, использование реквизита, рюкзаков и других деталей были одними из самых важных вопросов, которые нельзя было не решить. Лозунги, афиши того времени были скрыты от глаз. Зритель не должен был ощущать атмосферу наших дней на экране. В съемках других сцен постановщикам мешал дождь, но это не мешало съемкам. У актеров эпизодических и массовых сцен даже глаз не повело от такого хода событий. Замечательная группа, замечательная. Необыкновенные отношения к нам, к актерам массовых сцен. И ребята все симпатичные, и очень нравятся. И вот мне нам потом скажите, что это будет за фильм, это мы посмотрим. К слову, все участники общих сцен, с которыми мы общались, были довольны уважительным отношением создателям фильма. Участие в таком международном проекте вызывало у них гордость от той возможности, которая им была предоставлена. «Эй, я тебе говорю, не получится! Что ты за человек? Ты слов не понимаешь? Выходи, так не пойдет, у тебя нет билета. Я тебе уже дважды сказал, разве ты не понимаешь?» На Казанском вокзале в Москве были сняты сцены укрытия главного героя от полиции. Его ожидания в зале, попытки вернуться домой и другие тяжелые моменты его жизни. На все это у них было всего 10 часов. За эти 10 часов нам предстояло отснять 8 сцен фильма. И слава богу, мы их записали. Теперь остается последний кадр, который мы должны снять на вокзале. И все закончить. После этого в Москве съемки фильма «Один на миллион» продолжались еще 4 дня. Но эти 4 дня дались не так легко. Насчет этого чуть позже расскажем еще одну историю. 3 ноября 2019 года прошла презентация книги Саидмурода Давлатова «Как стать миллионером» в книжном доме Москвы, где присутствовало огромное количество людей. Съемочная группа воспользовалась таким случаем и сняла пару сцен для фильма. То есть это не было постановкой, ни презентация книги, ни тема тренинга. Если бросать империю, так до центра не дойдет. У вас должно быть это причина. Почему вы это делаете? Я не вижу вас. Мы уже говорили о том, что выбрали горно-металлургический институт в городе Люберцы Московской области для съемок ключевых сцен. Таким образом, пока шли съемки в других городах России, здесь готовили декорации к фильму. В том числе декорация тюрьмы и кабинета ректора института. Для роли ректора Государственного коммерческого и экономического института города Москвы, который окончил Саидмурод Давлатов, был приглашен знаменитый русский актер Сергей Ершов. Теперь вы студент МАГЭ. Вступайте в приемную комиссию, я распоряжусь, чтобы оформили ваши бумаги. Хорошо, спасибо. Как и другие российские актеры этого проекта, Сергей Ершов тоже впервые работал с таджикской группой. Надеюсь, что история, которая рассказана в этом фильме, достигнет как бы сердец, души, ума людей и заставит также быть добрым к людям, также пробиваться в этой жизни. Она жизнь сейчас нелегкая, сложная. Вот. А здесь яркий пример человека, который, можно сказать, снизу достиг таких высот. Благодаря своей целеустремленности, своей душевной как бы, теплоте вот, по отношению к людям. Потому что, как говорят, как мы к людям относимся, так они относятся и к нам. Другую часть фильма снимали в Горно-металлургическом институте.
Здесь проводили съемки сцен с тремя хулиганами, которые нападают на главного героя, и дело доходит до драки. Роль хулиганов исполнили трое российских актеров, которые снимались только в эпизодических ролях. Ты знаешь, что их трое. Ты знаешь, что они тебя бьют. Но ты не позволишь, что он тебе так сказал. Мои впечатления первые было очень страшно, на самом деле, потому что первая роль. И я, честно, не ожидал такого вердикта, на самом деле, потому что просто позвонили, сказали то, что надо вот спасать. Очень круто, если честно. Действительно, прям понравилось. Были сцены, в которых я никогда еще не участвовал, плюс всегда новое знакомство, и все это огромное удовольствие, выброс больших эмоций. Эту сцену было снимать непросто, особенно драку. Караматулло Курбонову, который, возможно, никогда никого не бил, было сложно справиться. Сцена 47-8-42. Начали. Еще не понял, что? Сказал, что тут чурка. Стоп! Это, конечно... Снято! Молодцы! Стоп! Я сказал... Стоп! 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 Нет! Опять детский! Стоп, правда! Если ты не пьешь, это твоя проблема! Это мне нужен фильм! То, что я говорю, это не шутка. Вы понимаете меня? Шута, хорошо? Все. Надо бить, надо бить. Эффективно надо бить. И эффективно надо падать. А! Со звуком. Все, уже время шуток прошло. Иногда доходило до того, что все действия шли по-настоящему. С другой стороны, несвоевременный дождь помешал записи этой сцены. Но он не смог остановить режиссера, который то стоял под зонтом, то лежал на земле, объясняя ситуацию. В зависимости от понимания и мировоззрения актеров, которые приходят на вашу съемочную площадку, у режиссера должен быть метод. Например, с этим актером надо быть серьезным, с этим актером надо быть нежным, а этому актеру надо показать. Без этого нельзя. А этого актера надо учить. В фильме показано, что во время драки хулиганы бьют нашего героя бутылкой по ноге. Но на самом деле, во время съемок этой ситуации, внутри брюк у актера был специальный предмет. Бьют бутылкой, чтобы она разбилась. То есть нога не сломана, а бутылка разбита. Когда принесли бутылку, я, честно говоря, сначала отказался. Я сказал, что вы сломаете мне ногу. Потом подумали и решили привязать доску к ноге. И стали снимать. Но во время съемок лицо должно выглядеть по-настоящему. Наконец-то после долгих усилий сцену сняли. Но еще одной проблемой стал побег от полиции. Стоп! Этот кадр очень сложный. Приходится бегать посередине двух машин. То есть приходится подстраиваться под скорость машин. К тому же идет дождь. Это было очень сложно. На следующий день, 5 ноября 2019 года, запись фильма началась с места, где герой ночует под лестницей. Снималась эта сцена у входа в здание Горно-металлургического института. Но при просмотре фильма мы видим, что эта сцена якобы снималась в многоквартирном доме. Это место вам не знакомо.
Как вы можете спокойно ходить и быть таким пассивным? Ты кто? Роль жительницы дома исполнила бывшая жительница Душанбе Лилия Николаевна. Что тебе здесь? Общежитие, что ли? Давай, давай, я кому говорю? Сейчас милицию позову. Это уже говорит о том, что кино, конечно, возродится, оно будет. Вот. И, во всяком случае, надежды терять никогда не нужно. Надо к этому стремиться. И тогда все будет, и, я думаю, будет прекрасно. Кино не хуже, чем было раньше. Потому что в свое время этот фильм очень славился своими картинами, своим производством. Поэтому будем надеяться, что все встанет на свои хорошие рельсы. На месте. Прямо. После записи этой сцены на другой съемочной площадке, точнее в тюрьме, начались съемки. На роль в этой части фильма был приглашен известный российский актер Михаил Горевой и ряд других актеров. А ну прекратить бесчестно! В этом проекте Михаил Горевой играет роль заключенного, который в четвертый раз попадает в тюрьму и впервые встречает такого человека. То есть человека, для которого жизнь – не случайный подарок, и для него человечность превыше всего. Ты парень дельный. Придет время, все поймешь. У меня один съемочный день, я очень рад, что вы меня позвали, потому что достаточно сложная задача поставлена. У меня монолог. Монолог сложный, чувственный. А я люблю задачи сложные. Вот, режиссер толковый человек, знает, что хочет, это прекрасно. Мало того, он сказал, что он вообще помнит все дубли, то есть он... Это очень круто, это болеет особый дар. Вот, кроме того, у меня много разного международного кино, я в разных странах снимался, а в Таджикистане еще нет. Вот таджикского кино у меня пока не было, теперь есть. Вот так. Так что в моем послужном списке появилась еще одна страна, с которой я работал. Именно в этой части фильма играет роль самый высокий актер в проекте «Один на миллион». Андрей Кулаков ростом 2 метра 10 сантиметров и весом более 100 килограммов. Кулаков в основном актер общих сцен. С таким ростом и весом он снимался во многих фильмах. Мне все очень понравилось, спасибо, что пригласили. Вот, тем более, был актер такой знаменитый, Михаил Горевой. И не ожидал, что его увижу. И остальные актеры тоже молодцы, очень хорошо сыграли. Вот. На себе тоже могу сказать, что более-менее, наверное, нормально. Вот. Не скажешь, правда, что прям супер-пупер. Ну, нормально. Вот. Ну, если все, фильм ваш выйдет, тоже покажут, может, еще когда-нибудь куда-нибудь пригласите. Это самое лучшее в нашей гостинице. 7 ноября 2019 года запись большинства других сцен проходила в гостинице «Космос». Здесь снимались сразу два периода – 2000-е и настоящие. Здесь постановка сцен и выбор мест для записи полностью происходили на основе реальной жизни Саидмурода Давлатова. Иными словами, он остановился в одной гостинице с кыргызской актрисой театра и кино Татьяной Горобченко, которая в этом фильме играла педагога Александру Залину и репетировал с ней до поздней ночи. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Если бы Карл у Клары не крал кораллы, то и крала Клара у Карла не крала кларнет. Роль Александры Залиной в жизни настоящего героя фильма очень важна. Она создала паренька-мигранта из Таджикистана Саидмурода Давлатова. То есть у всех действующих лиц этой истории есть свой прототип. Как вы думаете, у вас много общего с вашей героиней? Возможно, черты характера, да, очень схожи. И я смогла с ней пообщаться только однажды, один день мы вместе провели. Но
пока мне рассказал Саид Мурадовлатов, что я очень на нее похожа и внешне, и внутренние какие-то качества у нас схожие есть. Так закончились съемки этой части фильма в России. Но на этом дело не закончилось. По замыслу, две другие сцены фильма, занимающие ключевое положение в сюжетной линии, должны были быть сняты во время снегопада. Другими словами, сцены, где герой фильма внутри коробки, под снегом, ночует, сидит и плачет на скамейке Крымского моста у Москвы-реки. Однако, из-за отсутствия снега, постановщики были вынуждены второй раз за год выехать в Россию. И в январе 2020 года они приехали в Москву. Во второй поездке, к счастью, пошел снег, хоть и временно. Но, к сожалению, Курбонов не смог заплакать во время записи этой сцены. Понимаете, он должен горько плакать, потому что он голоден, потому что нет надежды. Он не знает, что делать. Он в Москве. Он бездомный. У него никого нет. У него нет денег. У него нет даже пути назад. Он один. Поэтому ему приходится сидеть на скамейке и плакать, понимаете? Молчать, плакать и молить Бога показать ему путь. Веди меня по праведному пути. Но у него была более серьезная причина плакать. В этой сцене личные проблемы и непростая жизнь главного героя сходятся воедино, и в его груди просыпается вулкан слез. За несколько месяцев до съемок я потерял ребенка. Я думал об этом, и это заставило меня пролить слезы. Когда режиссер говорил мне, что ты должен вспомнить сложную жизненную ситуацию, то это поможет тебе. Теперь, проезжая мимо Киевского вокзала, я нахожу время присесть на этой скамейке. Почему? Потому что, поверьте мне, каждый раз, когда я сажусь на нее, я погружаюсь внутрь и меняю что-то в себе. Мне нужно открыть и развить что-то еще в себе. То, чего я не знал. Это дает мне энергию. Еще одной сложной сценой в фильме была ночевка под снегом внутри картонной коробки, которую Саидмурод Давлатов фактически преодолел в реальной жизни. Зафиксировать такую сцену создателям фильма тоже было непросто, особенно для исполняющего главную роль Караматуло. Караматуло признался, что на протяжении всего фильма это была самая сложная для него сцена. Я очень замерз в этой сцене. Мне было так холодно, что мои ноги не слушались меня. Почему? Потому что снег попал мне в одежду. Я чувствовал холод сильнее и быстрее. Поэтому, когда я вижу эту же сцену сегодня, мое тело дрожит и даже слезы текут из моих глаз. И каждый раз я представляю себя в этой же ситуации. Эти съемки в холоде, тяжелая работа, хорошее исполнение ролей актеров было только для того, чтобы вы насладились хорошим фильмом. Но времени до завершения еще много. Впереди команду «Субсинамо» ждут съемки еще в нескольких странах, включая Казахстан, Кыргызстан, Украину и США. Так, 9 ноября 2019 года наши кинематографисты вылетели в Казахстан для продолжения съемок. Мы также прощаемся с вами и создателями фильма здесь. До встречи в Казахстане.
Автор проекта Акбари Юр. Звукорежиссер Мехроджидин Садридин. Текст читал Дмитрий Мурзинов. Фильм переведен и озвучен в 2022 году.